Заканчиваем монтаж очередной козы. Почему называется коза? Как думаешь? Потому что похоже на хэви метал. Вот такая вот у нас коза. Козища. С таких вот брусов. Ну что, пробуем? Да, я не Не торопитесь, ребят. Все просто, элементарно. Выключай, убирай и ставь ее вот сюда, чтобы она на чем-то стояла. На палете будет удобнее резать. Почему? Потому что в палет у тебя струна будет просто туда проваливаться. Пойдет-то, да? А здесь она в доску упирается. И может тебе проплавить, когда будешь целиком прорезать низ листа. Вот подрезка пенополистирола по толщине. Чуть-чуть изгибайте. Ребят, планку изгибайте чуть-чуть, наклоняйте. Упрешься сейчас перекладиной. Наклоняй чуть-чуть, козу наклоняй. Ну что, ребят, сейчас приспособитесь, просто все. До безобразия просто. Стой! Держи там внутри ее! Не поднимай ни в коем случае. Ты чего? Вынимай лист. Пожжешь все весь лист. Ты чего? Здесь вот 5 миллиметров подрезаем. Там был сантиметр. Видишь, ты чуть-чуть спешишь. Ты прям положишь нихром туда, и пусть он лежит, а он тебя догонит. И вот чем палет удобен как раз. Все, лежит. Доставай лист. Все. И можешь выключать.